А в Туркестанской области многодетная мама родила тройняшек. Теперь у 31-летней Мирамгуль Мамбетовой из села Шардара 7 детей. Сейчас счастливая роженица и новорожденный находится под наблюдением медиков в региональном перинатальном центре. Их готовят к выписке. Жадра Джалдыбаева продолжит тему. Тройное счастье. Жанерке Аман Есен, так малышей назвал их дедушка, чувствуют себя прекрасно. Они появились на свет 5 дней назад. Именно тогда Мирамгуль Мамбетову экстренно доставили из села Шардара в областной перинатальный центр. В одночасье 31-летняя женщина стала мамой 7 детей. Я всегда мечтала стать мамой 10 детей. У меня было 4 детей. Вот родила еще 3. Теперь 7. Я очень обрадовалась, когда узнала, что я беременна на тройню. Большое спасибо Всевышнему и врачам этого центра. Врачи говорят, что роды были преждевременными. Пришлось сделать кесарево сечение. Малыши появились на свет 7-месячными. Но ни здоровью мамы, ни новорожденным ничто не угрожает. Самой первой родилась девочка, весом 1,7 кг. Второй мальчик, он весил 2 кг 300 г. И третий тоже мальчик, почти таким же весом. Первый день малыши лежали в реанимации. Спустя сутки мы перевели их в отделение патологии. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Мы оказываем им всю необходимую помощь. Счастливую маму и ее малышей выпишут через несколько дней. Для областного перинатального центра это символичное событие. С начала года тройняшки здесь рождались 3, а также появились на свет 140 пар двойняшек. Жадра Жалдыбаева, Эльза Такчурин, телеканал Алматы.